Приехали на парковку. Вот Серега говорит, что он там машина стоит, которая аккумулятор с ним съемный. Кофе и машина. Капец, и вот это пляжик. И вот тут типа они купаются, да? Электрический. Угу. Здесь 1 миллион долларов, здесь 2,2 миллиона долларов. Вот это самая дорогая. Да. Ничего, вот это круто. И тут плавать можно? И рамены, и какие-то там, не знаю, блинчики, и Азия какая-то там. Тут рамены. И вот тут был Птушкин, да, где-то? Птушкин? Птушкин. Александр Сергеевич. Ля, а тут прикольно, можно на скейте, да, каком-то? Поехали. Вот с этого... Приехали на парковку. Вот Серега говорит, что он там машина стоит, которая аккумулятор с ним съемный. Ну, не надо заряжаться там полчаса, два часа, три часа. Просто подъехал на зарядку, тебе там за три минуты аккумулятор поменяли. И все, вот этот автобус. Куда-то она подъезжает и, короче, снимается аккумулятор. Круто, ну я не знаю, как он снимается. Тесла меня прогнал. А это выйдет? Ну, выйдет. Ну, направо повернет и выйдет. Тебе удобно? Мы вышли оттуда со скалы какой-то подземной. И вот Осло. Это центр Осло? Центр Осло. И как мы сейчас пойдем? Вот туда? А я видел там какой-то есть такой театр какой-то или какая-то. Ну пошли куда-нибудь по красоте, чтобы было. Мат какой-то на берегу. Какой-то старый, это музей походу. У них же вечно какие-то корабли-музеи. Где? Кофе и машина. Это можно в Порш сесть и кофе пить. Ну да, так чисто пробежаться, оно так себе. Там прикольно. А где это прыгают тут это с вышек в воду? Где-то вы снимали что-то где-то. А, вот на опере, да, на опере.
О, ну вот это там, где всякие фестивали, да? Да. Ну, ну пошли туда, сейчас тут пройдемся. Red Bull, листами. О, тут прикольно. Щелк. Душевые кабинки. Капец. И вот это пляжик. И вот тут типа они купаются, да? И ну вода чистая. Ну прикольно, но я не представляю, чтобы тут было много людей. Нет, летом здесь куча людей. Когда тепло, солнце, то тут забито. Ну прикольно. Можно и тут, и там, да, в воду зашел. Не, ну прикольно, очень круто на самом деле, но я не представляю, чтоб как тут купаться можно. Дубак такой. Ну как тут, тепло, тут дубак, как, а тут всегда холодно, наверное. Летом здесь вода всегда ледяная. Вода, да, вода прохладная. Но летом, когда жарко было, когда здесь. Ну вот здесь вот реально бывает жарко больше, чем в Молдове. Молдове жары прям редко было. А здесь лето такое более-менее нормальное. Вон чувак, видишь, купается. И тут летом, чувак, все пляжи забиты. А ты зимой купаешься? Нет. Ну, может быть, на крещение. Надо будет Джеку вытянуть. Джеку. Один раз мы только с Винокова на крещение отрывались. Сколько тут хата стоит? Сойдем, времени нет. Пошли. Сколько? 3,8 миллиона. Долларов? 22 миллиона долларов. Капец, лям, там кроссфит-зона. Здесь 1 миллион долларов, здесь 22,2 миллиона долларов. Вот это самая дорогая, да. Frontline, типа это самая первая линия. 3,8 миллиона долларов. 160 метров. И две спальни. А я думал 500 тысяч долларов. Сколько? 500. А тут... Да, вот там есть это, кроссфит. О, ну там справа я видел, а, так там, что да, прыгает. Там и другой тоже на
такой чисто вышел, покушал в каком-то рестике, да, здесь, сел на майбах, и что дальше? Подземки там же. И поехал на свой завод, да, типа там. Море. Это типа как фишка Торгет. Смердит, только смердит, воняет чем-то. Не, ну круто вообще. А... Вот такие какие-то. Это мы сейчас вот тут где-то идем, вот тут где-то идем. Велосипед для двоих, для четверых, для двоих и два для двоих детей. А нет, это для просто для троих. Надо поздравить надо. Давай видеосообщение. Короче, сели на самокат и приехали вот сюда, какая-то библиотека оперной. Стали на самокаты. На самокате в Польше было бы 10 злотых, а здесь 60 злотых за одну и ту же дистанцию. Но у Сереги дешевле вышло. Потому что, походу, польский банк у меня, а у него норвежский. Короче, поляков обирают. У тебя болт был или нет? Киер. А, у тебя у меня болт, а у тебя киер. У тебя дешевле. Киер. А, вот почему. Кстати, его могут взять, может быть. Два. И тут был Птушкин, да, где-то? Птушкин? Птушкин. Ля, а тут прикольно, можно на скейте, да, каком-то? Вот там. Вот там Птушкин был сам вообще. Какой? Ну, вон, видишь, плавающие сауны. Угу. Плавающие сауны. Плавающие сауны. Ну да, прям сюда. А там что, сразу глубоко? И, а что это за конструкция? Просто вот здесь, вот сразу вот сюда. Капец. Откуда вот шла крыша вот такая вот? Да? И вот здесь прям, ну, буквально несколько метров от края. От края до края. Вон еще раз. Короче, вот этот район, видишь? Угу. Это он полностью стоит на этом сваях. Ага. И раньше это были склады, там всякие контейнеры, прикинь. Все убрали, построили, блин, район, и там, блин, по миллиону долларов квартиры минимум. И уже райончик закончили, да, походу? Ну, его уже достроили, да? И куда-то сюда прыгали? Куча людей. Так, а тут нет, тут а? Не глубоко. Ну, вон там. Ну, там чуть-чуть глубже. Ну, да. Ну, как-то они же считали. А ну, там же подводные камеры, походу, водолазы. Там 4 водолаза всегда выходят. Ну, да. А ты тут купался?
я здесь купил, все крестики. Здесь куча людей. Вот еще какой-то музей открыл, тоже арт-галерея. Тоже для детей. Два ребенка для меня. Держусь. Я работал тоже в опере, Кристиан Синди, конечно, не такая какая-то, но... Ну, да, я вот так рад, что это не работает. Что это такое? Смотри, вытяжки всякие. Ага. Свет. На уровне. А это они костюмы так делают, да? Да, да, костюмы, маски, все. Животы. Подушечки, бананы. Прикинь, такой офис, да, просто, блин, в центре. Швейка, они и тут же и костюмы делают. Бля, так у них, получается, видишь, все сами шьют, одевают, роли придумывают, ну, круто, типа, все готовое, да? Обалдеть. Я ну-кому, вау, вот это да. Ничего себе райончик. Красивый кирпич такой. Что ты еще в Мосе 5 лет, а потом сюда переедешь? А что, это так задумано, да? Разбили сразу, чтобы потом... Все разбили, чтобы не было жалко потом. Что, еще куда-то идем? Идем туда, там что строится опять, да? Что, это майнинг? Это майнят этот, биткоин или что? Карты какие-то стоят. Это биткоин или что? Биткоин. Ну, это же зачем? Это компьютер типа такой. И цветы, лук растет. Блин, была бы камера, чтобы вот это прикольно, что ты идешь, у тебя картинка всегда стоит. Тут... Вот это, да, DJI? Да не DJI, GoPro 9, 10, они уже выравнивают, понял? А если ты просто штатив какой-то заберешь, прикольно? Ну, либо штатив, ну, а смысл? Вот этот, который ты держишь, вот так, а сюда ровно. Штатив, так он стоит, как камера, смысл. Плюс к карме. Помнишь, знаешь. Любишь. Норвежская Венеция. Ну, видишь, какой дизайн матери где-то, ну, такой, там, крыши, понял, все под такими разными углами, понял, они неровные вообще, они такие кривые. Вот тут каналы. Квартира можно спуститься вниз, сесть в коляцию, подъехать. Оу-е! Ничего, это круто! И тут плавать можно? Да. Бля, у каждой квартиры есть спуск в воду, да? Капец, это тупо в воде фундаменты, да? Ну и тут как-то на катерах можно, да, парковаться? Ну, на катерах не знаю, но лодки, наверное.
А туда как-то можно в центр еще зайти? Пойдем, вон там мостик. Пошли. Пошли, а как его? Туда. Или туда, без разницы. Пошли через район туда. Ну, через... Ну, может, с собой давай. Тут вкусно есть. А тут, я думаю, везде вкусно. Да, за 6 евро, за 6. Обалдеть. Оно его. Я пока теперь не поднимусь нормально, больше не приеду. Там-там-там, просто улетают. Говорит, типа, пусть тупит, берет и подает на документы. Я бы тоже так сделал, я ему говорю, блядь. Если тебе, ты ничего не теряешь вообще. Если ты... Блин, это самый кайфовый район, который я когда-то видел. Сколько метров? 30 метров квадратных? 40. Типа... Я тоже так работал. Жесть. Это пока ты не был на складах, да, этих? Нет, я был на складах. А, они сначала высушивают, да? Закрывают, высушивают, заливают фундамент. Офигеть, да, да, видите, какая технология? Они закрывают, высушивают. Там подземный паркинг. Заливают. И потом вот так вот и такие райончики строят. А вон, идем, блин, видел какое-то там здание? Идем еще куда-нибудь. Везде какие-то вьетнамцы, тайцы и какие-то темнокожие работают, да. Какие-то... Капец, еще что-то новое построили. Нет, у нас, видимо, еще один квартал построили, прикинь. Вот этого не было, они просто все это, блин... В воду залазят, короче. Да. Вот этот весь квартал, он полностью на воде, он на этом. Ну вот на таких технологиях, я понял. Капец, блядь, просто тупо на дне ковыряются, прикинь. На минус 5 метров, минус 10 метров под водой чисто ковыряются там. Это ж они ставили и заварили. Как оно не протекает, капец. Везде нету людей в рейсиках, а тут просто битком. Но это может какой-то бизнес-ланч. Но у них на столах как-то так. Это, наверное, реально бизнес-ланч какой-то. Это бизнес-центр. Не, красивые. Даже в Варшаве не так. В Варшаве вот так вот высотки стоят, но их там 5 штук и заканчиваются. А здесь так нашпиговано всем современным таким. И там еще, да, что-то? Ну, короче, тут красота. Да, Дим. Какие-то странные дизайны такие. Thank you.
трассы там. Оу. Еее. Ангус. Ангус. Ничего себе, вот это мясо. Это все, это выдерживается, да? Я и не оно знаю, это ты знаешь. По идее есть, да. Вот и норвежский вокзал. Это все в мостах. О, куча станций. Зашли в какой-то фудкорт разных кухон. Тут есть и бургеры, и такая зона, там где кушать, и рамены, и какие-то там, не знаю, блинчики, и Азия какая-то там. Тут рамены. Тут фалафели. Бар какой-то, алкашки. Ага, это какие-то поки. Покеболы какие-то. Тут такая штука. А тут суши. Суши, фритюр. Эй, какая-то рис. Рис. И какая-то мясо какое-то с салатиком. Какие-то булочки. Бау. Бау. Ой-ой-ой. Ну, я дальше. Я туда дальше пойду посмотрю. Сейчас чисто посреди современного города. Осло, тут такие уличная еда. Какая-то еда. Тут детская зона. Детей снимать в Норвегии нельзя. Здесь тоже нет такой. Тут ресторан какой-то навороченный. Кофе за $10. Подали кофе латте. А тут и суши делают. Суши делают. Какая-то там тунец размораживается, огурчик рубает. Вообще пофиг, как рубает. Лишь бы как. Короче, нарубала. Бамбус суши. Оп, тут три огурчика. 100 крон. Сколько это? $10? Ну и как я сказал, одно кофе, одно кофе 5 евро. А это дискотека, там походу учат мамаш грудью кормить. И так это выглядит. Короче, на вокзале. А мы только что там были. Просто между двух зданий втулили такой оазис маленький. Интересно. Попробую кофе за $10. За $5. Ну, нормалёк. Сразу.
Тут, наверное... Так иногда возле музыки проходишься, понял, и у тебя и потом нет. Кусочек не можешь использовать, не можешь. Жалобу подаю. Ты можешь там залучить и свою поставить, да? Ну, я просто вырезаю их, оно так долго вырезает для меня. Ты звук убираешь этого, а фон оставит? Ну, вообще, да, но бывает, я такой не я пропускаю этот момент, да, и, короче. Так каждый день путешествует по разным странам. В принципе, я думаю, интересно людям так смотреть. Вернулись к оперному театру. Тут просто чисто своя фабрика по изготовлению всяких декораций, украшений каких-то. Просто именно как современная. Просто вообще жесть, какие-то, фу. Ну, короче, подход именно конкретный. Финансирует это все. Не то, что у нас. Но у нас в оперном театре в Харькове тоже было, да? Ну, там же как своя фабрика вот этого деревянная, покрасочная там. Но тут чисто реально как фабрика какая-то, как завод двухэтажный туристический. Куча разных, смотри. Сауна водяная. Котел какой-то, видишь, там. Угу. Да? А, ну да. Там Птушкин, походу, сидел. Ну здесь это, да. Душ. Барбекю. Нормально так. Можно приколоться. Вот тут чисто в центре. О! Иранцы. Просто солянка. Все, вот мы и погуляли. Едем обратно в город свой.